Настала черга почути післяматчеві коментарі від гравців і тренерів. Ми, так би, не скажу, що там сильно плохо захищались, але далі, поначалу, виконати багато таких легких трохочкових бросків, далі почувствувати команді Призержинська ігру. Грали такими отрізками нехорошими, там, 3 минути активно, вроді, в нападенні, в защиті, потім опять провал. То есть есть над чем работать, но победа есть победа, как бы она нам была нужна, мы ее добыли. Тяжелая игра, я думаю, болельщикам понравилось. Не хватает, может быть, прежде всего каких-то эмоций, уверенности в победе, ну, соответственно, и совершенно безликая игра. То, что я говорил о защитных действиях. Ребята выполнили. Кто-то лучше, кто-то хуже, но, на мой взгляд, неплохо защищались. Мы, наконец-то, начали играть в командный баскетбол. Каждый перестал тянуть одеяло на себя. И с каждой игрой, как вы видите, начиная с будивельника, потом была фера. Буквально в конце этого не хватило, но это можно было списать буквально на нехватку опыта. Каждый хотел взять одеяло на себя, решить исход игры, но не получилось. Сегодня этого никто не делал, и вот, пожалуйста, хороший результат, хорошей командной игры.